Привет, я еду в кругосветку, и одним из партнеров станет компания «Ингосстрах». Они мне выделили неограниченный бюджет на то, чтобы я мог застраховать все, что нужно, через их приложение. Давайте это сделаем. Я запускаю приложение «Ингосстраха», оно открывается по Touch ID, что очень удобно. Кнопка «Купить», «Путешествия», пожалуйста, выбираем страны. Я все страны сейчас не буду вводить, давайте выберем первую страну, Монголия, куда мы выйдем из России. Продолжить. Я там буду с 16 по 18 июня. Мне 44 года. Продолжить. Рассчитать стоимость. Есть предложение на 50 тысяч рублей за 271 рубль, либо на 100 тысяч рублей за 471 рубль. Ну, я давайте оформлю на 471, бюджет у меня не ограничен. Дальше он мне пишет, осталось два шага, продолжить, нужно ввести данные путешественника. Я когда регистрировал приложение, уже ввел заранее все данные, чтобы каждый раз их не вводить. Поэтому я просто выбираю себя, продолжить, после чего он мне сообщает о том, что нужно оплатить. Опять же, кнопка «Оплатить», все платежные документы у меня уже внесены. Я просто выбираю карту, которую я хочу оплачивать, и нажимаю «Оплатить». Все, полис уже у меня на почте в электронном виде, и теперь я со спокойной совестью могу ехать в кругосветку.